Автожелезнодорожный вокзал. Добро пожаловать в Нижнекамск. 1966. Начало большого пути. А я пошел по своему большому пути, прогуляюсь по городу, поищу что-нибудь интересное. А если что-то интересное найду, то, конечно же, расскажу об этом вам. Погнали. Здесь закончился тротуар в 91 году. Нижнекамск по российским меркам большой город, 238 тысяч живет. Советский промышленный город 61 года, плотная хрущевская, брежневская застройка, поэтому я думаю за день его обойду. Пока что у меня в глазах картинка типичного российского города, где посадили елки, а они засохли. Спустя долгие скитания по городу я нашел парк Тукая, где только что работал фонтан, но как только я подошел, вот этот вот дяденька его отключил. Да, все, поперло. Здесь у нас в деревянное русское зодчество занесло немножко. Молитва матери, забавный ученик. Я что-то не совсем понял, а как стыкуется молитва матери и забавный ученик в одной композиции? Вот этого парня я знаю. Я постоянно слышу упоминания о Шурале, но кто это такой? Мифическое существо татарских сказок, дух леса. Горбатое существо с длинными тонкими пальцами, длинными ногами, бородой, небольшим рогом на лбу. Убивает людей щекоткой. Оторвали. Непонятно кто. Так, здесь у нас девочка с бабочкой. Это ребенок и бабочка. Ну, все логично. Так, а здесь у нас скульптурки различных животных и птиц. Представляете, идете по лесу, и такое дерево там торчит. Я бы испугался нафиг. Так как это парк Тукая, я могу предположить, что этот бюст Тукаю. Габдулла Тукай, 1886-1913 год. Совсем-совсем молодой. Так, ну и все, парк закончился, а пойдемте туда. Почему нет? Напишите, пожалуйста, в комментарии, это современный памятник или старый, который просто подлежал реконструкции. Советский модернизм, здание администрации, очень классное, мне нравится. Не работает фонтан, но посмотрите, какой классный фонтан. Так, здесь у нас идет реконструкция. Это, наверное, Парк Победы, большой монумент со звездой. Танк, две пушки и стоят скульптуры, по всей видимости, их будут устанавливать. Труженикам тыла и детям войны. А, он здесь и стоял. Такие вот они, труженики тыла и дети войны. А рядом был столб. Вот это сильно. Советский реализм. Мир и труд. Поэт-герой Советского Союза Муса Джалили. Так, а тут у нас творческий уголок. Все изрисовано мелом. Так, а мела нету, да? Я тоже хочу нарисовать что-нибудь. Да. Добро пожаловать в сентябрь. Нету мела. Мела нет нигде. Да. Нет мела вообще. Стоят разноцветные какие-то штуки. Они ночью, походу, подсвечиваются. Я сюда приду вечером и поснимаю еще вечером. Здесь можно надолго залипнуть, создавая какие-то свои треки. Круто. Лавочки стильные здесь. И освещение тоже. Здесь стоит такой вот домик, это общественный туалет, бесплатный. Блин, какой он крутой. И знаете, что самое интересное? Он сделан настолько ровно, что вода льется одновременно каждого угла. Это очень крутой проект и очень крутой фонтан. Кинотеатр Джалил. По-современному облицовано. Конечно, без облицовки было бы круче, наверное. И арка. Этот сквер называется сквер имени Лимаева. Лимаев Николай Васильевич. Генеральный директор Нижнекамскнефтехим. Министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. Вау. Здесь очень крутые остановки стоят. Вот это, например, одновременно с одной стороны трамвайная, а с другой стороны автобусная остановка. Вот так выглядит автобусная остановка. Здесь есть подсветка,
лавочки, деревянное покрытие, чтобы было тепло сидеть. И есть вот такая вот зона. Я не знаю, тепло ли в этой зоне, но дождя здесь точно нету. А еще здесь раздельная сортировка отходов, и можно зарядить свой телефон. Тут у нас номера маршрута и время начала, время окончания движения и схема маршрута. Помимо того, что там есть расписание и схема маршрута, там еще идет слайд-шоу разных фотографий города. Уберите, пожалуйста, слайд-шоу, потому что я прихожу на остановку, идут эти картинки. Мне приходится минуты две ждать, чтобы посмотреть схему маршрута и расписание движения. Неудобно очень. В первую очередь остановка должна выполнять функцию свою, основную. Если хотите показывать людям свои проекты, какие-то картинки, то поставьте второй экран. Либо отдельно сделайте схему и расписание и прикрепите куда-нибудь на остановку. Ну а экран можно занять картинками. Центральная соборная мечеть. Говорят, одна из самых больших в России мечетей стоит практически в самом центре города. Здесь идет тротуар, а вот здесь будет идти велодорожка. Не Альметьевск, конечно, но попытки будут завести сюда велосипеды. Да тут у нас велодорожки есть. Ого! Они плиткой обозначили велодорожку. Ну, какой-то тоже небольшой участок. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Да, здесь есть велосипедная инфраструктура. Офигеть! Почему я об этом не знал? Я здесь, получается, вот эта часть, она сейчас строится, да? То есть существует у нас кусочек здесь. Даже здесь на отшибе какой-то кусочек есть. Если я не ошибаюсь, поселок Красный Ключ не входит в территорию Нижнекамска. Но то, что сделана велодорожка туда, это круто. Посмотрите, какая длинная. Тут лавочка есть. Велопарковка. Нижнекамск Нефтехим. А это у нас парк нефтехимиков. Гирлянды. Ночью здесь все подсвечивается. И большой-большой фонтан. Купание запрещено. А летом, наверное, так хочется это сделать. Большое фиолетовое панельное пространство. Тубанкама. Нижнекамск на татарском. Пешеходного перехода нету. А я такой иду смело, нагло. Хотя когда-то, видимо, он здесь был, судя по тому, что здесь есть тротуар. А где он вообще есть, интересно? Тут его, по-моему, вообще нету. Телебашня. Добрался до городского парка, который называется «Семья». Большущий парк, который очень классно благоустроен. И сейчас я по нему прогуляюсь. Экотропа. Какие-то шарики круглые. Походу, они ночью светятся. Походу, это лампы. Велодорожки. Везде стоят лавочки, урны и лежаки. И вообще нормально тут, в принципе, ты можно так отдыхать. Если дождя нет, можно даже поспать. Собакен и котейка. Посвящается бездомным животным. Там есть отверстие, наверное, туда можно кинуть деньги. А в центре парка есть фонтаны. Три таких вот круглых, где летом очень классно между ними бегать. Еще одна экотропа с огромным количеством скворечников. О, белки. Почему они заперти? Мне нравится вот это. У них когти, если что. Клетки близко не подкрадываются. Мне кажется, им тесно. На детской площадке прикольная штука есть. Походу, это с водой связанная штука. Так, а как здесь воду добывать? А, это заслонки разные. Класс. А, это вот так, наверное. Нету воды. Ну ладно. Ее надо было поставить в месте, где фонтаны, и было бы круто. Нижнекамск. Блин, здесь есть канатка. Сейчас пацан покажет, как надо. Крутая штука. И огромное дерево со скворечниками. Такое же дерево я видел в Йошкар-Оле парке. Вот оно с этой стороны. Обмануло нас. Обманывает нас, да? Велодорожка, по всей видимости, такая вот с мостиком. Да, где делают селфи ребята. Такой вот парк «Семья». Как круто ночью в Нижнекамске подсвечиваются объекты. Например, вот эта вот мечеть. Как вам мечеть? Очень круто, да?
По-моему, да. Я дошел до этой телевышки. В Саранске я видел светящуюся телевышку, но это гораздо круче. В парке ночью вот так вот, вот подсвечиваются эти шарики. Классная. Вау. Все очень ярко, красочно. Мигает огоньками. Даже деревья подсвечены. Блин, офигенно. Ночью здесь, конечно, классно. Прям очень классно. Почему все так здорово? Фонтанчик. Все, ладно, у меня я не могу уже комментировать. На этом все. Вроде облазил все, что можно было облазить. Может быть, и что-то упустил интересное, напишите в комментах. А я поехал в следующий город. Увидимся в следующем видосе.